Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Сегодня я вам расскажу о масштабной модели автомобиля ZIL-164. Модель будет представлена как кит от компании SSM, но немного предисловия. Покопавшись в фотоархивах семейных, я нашел вот эту фотографию. Фотография очень старая была, я ее просто перефотографировал. Это перефотографировал давно, несколько лет назад. Просто как бы сохранить фотографию, потому что она была немного в нескольких местах порванная. Ну вот я ее отфотошопил, заделал дырки. И что привлекло меня в этой фотографии? Автомобиль какой-то необычный, хотя да, это ЗИЛ-164, но обратите внимание, у него сзади какая-то люлька, вот отсутствуют еще задние скаты, то есть они как бы идут в паре, но здесь они по одному сзади. Непонятно, что это за модель автомобиля, для чего она предназначалась, но, конечно, есть у меня предположение, что это, наверное, автомобиль предназначался для замера земельных участков или отмера каких-то площадей, потому что вот это, кстати, вот председатель колхоза, а это вот в люльке сидит мой дед. Ну, я определил этот пассажень и люлька, хотя не знаю, может быть, я ошибаюсь, и я захотел приобрести модель, ну пусть не такого, а грузового автомобиля, то есть с кузовом от компании SSM ZIL-164. Если кто-то знает, может быть, историю этих машин, может быть, где-то читали, для чего эта такая машина предназначалась, вот именно вот с такой люлькой, вот, напишите мне в комментариях или в личных сообщениях. А сейчас мы перейдем к самой модели, к самому киту. Откроем коробку, посмотрим у нас, что в ней находится внутри. Ну, а это вот и есть сам кит от компании SSM ZIL-164 образца 1957 года. Посмотрим, что у нас нарисовано на коробке. На коробке представлены у нас будущие модели, и которые уже имеются в продаже. Это троллейбус ТБ-82, который у меня есть. Вы все видели, наверное, видео по этому киту. МАЗ-205, МАЗ-537, КРАЗ-256Б1, ЗИЛ-130В1 с прицепом ОДАС и ЗИЛ-131. Вот. Ну, из этих моделей, которые сейчас на коробке представлены, я бы приобрел вот ЗИЛ с прицепом, ЗИЛ-131. Вот коробку я еще не открывал, откроем ее вместе с вами. Приобрел я ее совсем недавно, несколько дней назад, в торговом центре «Водолей». Вот. Здесь вот у нас в упаковочке имеется кабина. Литники с различными деталями. Вот. Еще одна упаковка с деталями. Здесь элементы кузова. Комплект резины. Болтики. Оси. Рекламный буклетик. Вот такой вот. Вот тоже не менее интересная модель. Пазика будет в виде кита. Обязательно куплю. Ну и, конечно же, сама инструкция. Ух ты. И тут у нас декали идут в комплекте. На данную модель. И посмотрим инструкцию по сборке. Так, вкратце вам покажу, что здесь есть. Ну, а вкладыш, который у меня упал на пол, это рекомендации по сборке. Вот такая модель у нас будет, ЗИЛ-164, образца 1957 года.
Вот следующее у меня видео будет на ГАЗ-66. Мы тоже откроем, посмотрим, что как. На этом заканчиваем обзор. Всем, кто смотрел, спасибо. Опять же хочу напомнить, обязательно отпишитесь, кто знает информацию по автомобилю, который у меня был представлен на фото. Вот, очень интересно было бы пообщаться. Всем спасибо, всем пока.